Стратегический план развития Ульяновской области станет доступен для каждого жителя региона и может быть раскритикован. Такое решение приняли на очередном заседании правительства. Документ о долгосрочных планах развития, проделанной работе региона за определенный период, который ранее был недоступен для понимания граждан, теперь лишат чиновничьих формулировок. А губернатор будет докладывать о реализации стратегии депутатскому корпусу законодательного собрания. Изменения приняли согласно нововведениям федеральных органов власти. Вот конкретное понимание, вот что хотим, что мы строим, что мы делаем, что мы населению обещали, вот что мы за этот год сделали, как мы продвинулись к этой общей цели. То есть простой обыватель сможет это дело понять, самое главное проконтролировать и в случае чего власти определенный упрек там вынести, не дай бог, да, может похвалить. От законодательных актов участники заседания перешли к ЖКХ. Так, за счет экономии средств и перераспределения их внутри жилищно-коммунальной отрасли на проект «Наш уютный подъезд» из областного бюджета выделено почти 16 миллионов рублей. На данные средства предполагается благоустроить 64 подъезда в муниципальных образованиях Ульяновской области. Кроме того, дополнительно выделяется финансирование на проведение областного конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области 300 тысяч рублей. Это победителем областного конкурса «Лучший дворник». Новый вид приобретут 15 подъездов в Ульяновске, 5 в Димитровграде и по 2 подъезда в остальных муниципалитетах. С их выбором определятся до 10 апреля. Все нормативные документы подготовлены. Надеюсь, что депутаты поддержат данное решение и, в общем-то, приступим к их реализации. Со слов главы регионального правительства, дополнительно финансово простимулируют проведение образовательных семинаров и курсов в сфере ЖКХ для старших по домам. Лекции организуют в Ульяновском техническом университете. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.